На открытые соревнования приехали баскетболисты не только городов края. Такой турнир проводится в Сочи уже в 9-й раз. Заслуженный мастер спорта России Евгений Пашутин и его брат Захар – мастер спорта международного класса сочинцы. И в юношеском возрасте они занимались в этом зале. Ребята ждали участников Олимпийских игр в Сиднее на открытии турнира, но они, скорее всего, приедут на награждение победителей. Оттого и путь к финалу у участников более напряженный. Мы решили побороться в этом турнире за победу. Наш город Ухан находится в республике Коми. Мы приехали с глубокого севера, и мы решили побороться на этом турнире. На одной площадке красные и зеленые. Ребята с севера на голову ниже своих соперников из Кропоткина. И даже визуально казалось, что те, кто ниже, слабее. Табло показывало то же самое, хотя сами игроки говорили о другом. Рост, конечно, хорошо, но игроки тренируются. Могут и на видение обвести. Высоким тоже немножко неудобно. Они пробегают мимо ног. Трудно, конечно. По ходу игры стало ясно, кропоткинцы выбиваются в лидеры. Такие встречи для спортсменов, как глоток воздуха. Одно дело тренировки, другое – состязание. Первое, что он дает, во-первых, как и все турниры, это игровую практику. Второе, конечно, пообщаться со своими товарищами, отдохнуть в городе Сочи. И он является подготовительным этапом к началу сезона 2015-2016, который начинается осенью у нас. Соревнования по баскетболу организованы при поддержке Министерства спорта Краснодарского края, Департамента физической культуры и спорта администрации Сочи, городской федерации баскетбола. Они завершатся через 5 дней, но уже сегодня одна лидирующая команда проявила себя. Ребята из Кропоткина выиграли со счетом 62-40. Елена Овсецина, Борис Осин, телекомпания ФКТ.